На какой основе будет работать новый глава города Чебоксара? Освобожденный или не освобожденный? Этот вопрос сейчас решают в городе. Первый вариант подразумевает, что градоначальник будет заниматься только городскими вопросами и получать за это зарплату. Второй позволит мэру заниматься чем-то еще, например, своим бизнесом. В этом случае работать на благо города он будет бесплатно. Мнения депутатов городского собрания разделились на публичных слушаниях. По этому вопросу тоже было жарко. Леонид Черкесов теперь депутат Госдумы страны. И прежде чем Чебоксар возглавит новый человек, треть депутатов городского собрания выступили с инициативой сделать данную должность на общественных началах без зарплаты. Мол, времена трудные, и это сэкономит бюджет. Такая инициатива вызвала ряд вопросов. Пожалуй, самый главный на публичных слушаниях задал Анатолий Гумнов. Человек, который много лет и сам стоял у руля столицы республики, поинтересовался, как вообще можно совмещать эту должность с какой-либо другой работой. Тем более на носу зима, а городу нужен хозяйственник. Я теперь не понимаю, что вы на общественном начале. Для меня здесь все слово по-другому воспринимается. Это никак. Полномочия главы города принимает данный баланс администрации, это 25-е. Мы их никак не вырезаем. Все те же полномочия, которые были у главы города на постоянной основе, они также остаются и у главы города, который работает на непостоянной основе. Среди тех, кто за неосвобожденный статус должности, в основном общественники и часть депутатов. Первые аргументировали тем, что и сами работают на благо города бесплатно. И зарабатывать на жизнь в другом месте это не мешает. Вторые, что помимо главы, городом занимаются и другие люди. И мэру копаться в хозяйственных рабочих моментах не обязательно. Есть структура администрации, которая отвечает за городское хозяйство, отвечает за образование, социальное управление и так далее. То есть есть глава администрации города Чебоксары, который отвечает за работу городского хозяйства в целом вместе со своими 5 заместителями. Те же, кто против нововведений, задавали оппонентам вопрос. Если все так просто и на все хватит времени, чем же тогда занимался Леонид Черкесов? Представьте сейчас ситуацию, когда вы после 8-часового рабочего дня приходите в какое-то учреждение и сидите там до 12, а то и до часу ночи, исполняя какие-то другие обязанности бесплатно. Будете вы это делать хорошо? Будете вы это делать качественно и ответственно? Естественно, нет. Звучали и другие предложения, например, оставить градоначальнику зарплату, среднюю по региону, или в помощь ему закрепить несколько заместителей. Так или иначе, решение за городским собранием депутатов, следующее его заседание назначено на 15 ноября.